Мир вам, дорогие братья мои и сестры. Примите сердечный привет с города Киев, от церкви Храм Мира, друзья, и от Украинского братства нашего. Кстати, такие события, они очень важные. Вы ловите момент обязательно, потому что люди привыкают друг к другу в течение 48 часов, поэтому вы можете тут друзей нормальных себе приобрести. Самое главное в событии, не забудьте о вертикали. Это отношения с Богом, а не горизонтальные отношения друг с другом. Туда фокус, друзья. И в тот же момент все-таки ознакомьтесь друг с другом, потому что шикарная возможность вместе побыть вместе, друзья. Братья, кстати, тут момент такой скажу, вот, пользуясь случаем. Если долго смотреть на девушку, то можно увидеть, как она выходит замуж. Поэтому тоже будьте очень внимательны, друзья. Сегодня мы вместе с вами будем говорить на термин «богодухновенность Библии». Очень, очень важный термин, друзья, очень мощный термин. Вместе с вами мы будем говорить сегодня именно о нем. Есть у вас есть с собой Библия, друзья, надеюсь, они у вас есть. Откройте, пожалуйста, второе послание Тимофею, 3 глава, 16 и 17 стихи. Это те стихи, которые будем мы читать вместе. Второе послание Тимофею, 3 глава, 16 и 17 стихи. Все Писание, друзья, богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Еще раз, друзья, все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Будет всего, друзья, три принципа, простые три принципа. Первый будет касаться богодухновенности и авторства. Кто же автор все-таки Писания? Второй принцип будет касаться фактов подтверждения богодухновенности. И третий принцип, мы будем говорить о практическом применении, друзья, о практической мудрости. Интересно, что, друзья, этот текст, хотел бы, чтобы вы запомнили один момент. Писание богодухновенно и полезно. Особый момент. Богодухновенно и полезно. Два эти слова запомните, пожалуйста, друзья, они идут пакетом конкретно. Библия говорит о пользе, а молодежь, послушайте, дорогие мои, мы сориентированы сегодня, заточены, если хотите даже, на то, чтобы все в жизни было полезным. Современное поколение ищет пользу от всего. Мы собираемся только полезные продукты есть, мы стараемся пить воду, которая чистая, чтобы она была полезная. Мы ведем полезный, правильный образ жизни, чтобы прожить дольше. Мы сфокусированы сегодня поколение, которое хочет иметь пользу, в тот же момент предпочитая часто логике пользу, предпочитает какой-то эмоциональный всплеск и часто проторговывается из-за этого. Если говорить, друзья, за это слово полезно, друзья, Библия говорит, что Писание полезно. И в тот же момент, послушайте, друзья, есть категория людей в зале, точно будет кто-то, которому пользы не принесет Писание вообще. Библия говорит об одной категории людей и просто говорит конкретно. Не принесло им пользы Слово Божье, не растворенное верою слышащих. То есть конкретно есть категория людей, которые, имея Библию, зная все полностью о ней, видя ее факты в поддержку ее богодухновенности, друзья, выйдут из зала, могут выйти, и им пользы не будет вообще никакой. Тут будет пение проходить, друзья, тут будут проповеди звучать, и пользы никакой. Просто от того, что элемент один отсутствует, элемент веры. Библия говорит, что вера вообще строится всегда на информации, друзья. Но это место Писания говорит, что есть польза. Причем интересное слово в 17 стихе, да будет совершен Божий человек. Совершен, сестры, хотели бы иметь совершенного спутника жизни? Как вам он? Вот представляете, сестрички, вот вам в вашу жизнь пришел совершенный человек. Вот идеал нравственности. Вы думаете, вы с ним потянете жить? Вы устанете, друзья. Заметьте, совершенство было среди людей, Христос когда был. То ты не то ешь, то ты не то пьешь, то ты не в том ходишь, то ты неправильно умываешь руки. Братья, хотели бы совершенной сестричкой жить? Будущей женой? Бог удивительный Бог, из двух несовершенных людей делает брак, в котором живут два грешника, и по благодати могут жить всю жизнь. Невероятный Бог наш, друзья. Польза есть от Писания. Помните математику? Итак, если вы думаете,
у вас будет совершенный брак, друзья, оставьте его, пожалуйста, для сериалов. Реальность жизни совсем другая. Несовершенный человек плюс несовершенный человек может выйти в совершенный брак. Бросьте, дорогие друзья, иллюзию совершенного брака. Но Библия говорит, да будет совершен Божий человек. Стремление к совершенству должно быть. Если Писание будет в основании жизни, друзья, оно будет вести нас к усовершенствованию. Лучший учитель Иисус Христос говорит, что ученик не выше учителя, но усовершенствовавшись будет как учитель его. Если ваш учитель Иисус Христос в реальности, друзья, с каждым днем вы будете становиться все лучше и лучше и лучше. Эта книга может менять жизни. Эта книга меняет судьбы. Итак, первый принцип – богодухновенность и авторство. Кто автор Писания в конце-то концов? Автором Писания, можно сказать, просто является Бог, и Библия – это произведение или продукт самого Бога, друзья. Все Писание богодухновенно, друзья, что это значит? Буквально это означает, послушайте, что означает богодухновенность. И мы понимаем, два слова соединены в одно – Бог и духновение. Два слова идут пакетом – слияние Бог, духновение. И вот этот термин мы получили, друзья, удивительный термин. Это означает, что, крайне важно, друзья, нам нужно верить, что тут написано, во-первых. А второе, когда я вдыхаю и потом выдыхаю, из меня выходит воздух, причем уже испорченный. Вы же понимаете, все мы это понимаем. Он переработанный, друзья. Но когда Бог выдыхает, помните, есть момент написано в Слове Божьем, Адам стал душою живою, Бог просто вдохнул в него дыхание жизни. Таков велик наш Бог. Бог, когда говорил, просто Он говорил, и все появлялось, друзья. Таков велик наш Бог, друзья. Фраза «богодухновенность» означает, что фразы, мысли, учения, события, исторические отрывки, все, что есть в Библии, друзья, выдохнул Бог. Поместил все в Писание так, как будто бы, как Ему было угодно. Это означает, что Писание есть Божье Слово. Христос говорит, что даже йота закона не пропадет. Это значит, что нету тут ошибки, друзья. Все четко передано авторам. Когда Библия говорит о Писании, послушайте, друзья, некоторые думают, подожди, как это, а почему тогда написано послание апостола Павла? Так может быть все-таки апостол Павел автор послания или все же Бог? И нам трудно балансировать между идеей Бог автор или человек автор все-таки. И нам трудно, друзья. И бывает категория людей, которая закоренивается больше в сторону и думает, что крен пошел туда, что только Бог автор, и он двигал человеком, и человек совершенно не включал сознание. Другие категории людей придают больше человеческому смыслу нагрузку. Говорят, нет, больше люди постарались, друзья. И очень важный момент, чтобы вы пришли к балансу. Автор Бог, но действовал через человека. Когда Бог говорит о себе, друзья, Он говорит, что Писание – это Его продукт. Апостол Петр интересно отвечает на этот вопрос. Второе послание Петра, 1 глава, 19-21 стихи. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакое пророчество в Писании нельзя разрешить самому собою». Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи люди, движимые Духом Святым. Интересно, апостол Петр говорит, что Писание происходило от того, что святые Божьи люди его писали, но будучи движимы Святым Духом. Слово интересно «движимы», друзья. Вы видите это слово в переводе «движимы». Слово, которое означает буквально в переводе, послушайте, употребляет его один раз, интересно, евангелист Лука. Он описывает ситуацию, когда ветер и шторм носит шлюпку, которая не поддается никакому контролю. Слово «движимый», вот это слово применяется там, «ферроменои», слово, которое означает «движимый». То есть Бог говорит, что Он контролировал ситуацию, чтобы человек писал четко то, что угодно было Богу. Авторы послания находились под контролем божественного автора Духа Святого. Как понять эту ситуацию? Я как-то долго думал, друзья, иллюстративный момент, друзья. Послушайте внимательно. Итак, Бог влиял на человека. Есть человеческий аспект в форме перчатки. Вот она. Дух Святой есть, извините за аналогию, может быть, вам трудно будет ее понять, но надеюсь, вы поймете, друзья. Действуя в человеке, брал ручку на тот момент Бог и с помощью человека писал Священное Писание.
точка в точку, каким мы сегодня его получили, этот продукт Божьего происхождения. Если говорить за человека, люди были разные, которые писали. Мы сегодня проходили вместе 66 книг, 40 авторов, разные люди, совершенно разные люди. Если брать эту перчатку, она такая, она спортивная, друзья, знаете. Если вы читаете Писание, вы замечаете, допустим, евангелист Марк, это его формат приблизительно. Скоростное послание, скоростное Евангелие, самое ключевое слово «тотчас». Евангелие, которое написано очень быстро, конкретно, сфокусировано. 16 глав, вы прочитаете его быстро, одним мигом, по сути. Это скорость. Если вы читаете Евангелие от Иоанна, допустим, вы отмечаете удивительный момент, самый маленький лексикон в греческом языке и настолько глубокий поток философской мысли о Боговоплощении, что вы стоите и понимаете, что лучше этого послания философии не было бы никогда ничего. И понимаете, что философия даже в сторону уходит. Вы понимаете, Бог стоит за посланием. Удивительно, наш Бог пишет книгу, используя человека. Я все время думал, как соединить две эти модели, Бог и человек. И почему называется Божье Слово, друзья? Например, представьте себе на минуточку, у меня есть друг в зале. Возьмем кого? Возьмем Алексей. Алексей, вот он сидит на первом ряду. Мы с ним знакомы хорошо, мы вместе общались. И представьте, Алексей пишет мне послание, пишет мне письмо. Будьте внимательны. Он пишет письмо, но он, сидя на работе, допустим, он говорит, письмо написать своему секретарю. Секретарь берет в руки ручку и начинает писать. Причем Алексей дает идею и говорит, напиши вот так и так, напиши очень важно, передача основного момента. И потихонечку секретарь начинает писать. В конце концов я получаю письмо, и если бы вы спросили, от кого пришло письмо, сказать, что письмо пришло от секретаря Алексея, будет просто неправильно. Ну неправильно, это слабое слово. Я четко знаю, что письмо, адресованное мне, пришло от моего друга Алексея. Бог удивительным образом использовал людей. Использовал человеческий ресурс, чтобы дать нам невероятную книгу, которую мы сегодня имеем. Бог через людей, Духом Святым действовал, и мы получили удивительную книгу Божье Слово, друзья. Когда идет речь о том, чей же это продукт, интересный момент, когда идет речь о христианстве, друзья, послушайте, крайняя точка зрения бывает на христианство, это о христианстве думать чисто как об опыте. И Петр сначала начинает, друзья, в своем послании, в втором послании, он начинает говорить, послушайте, вот что он пишет. «Мы возвестили вам силу пришествия Господа нашего», друзья. Это второе послание Петра, 1 глава, 16 стих. «Мы возвестили вам силу пришествия Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но бывшие очевидцами Его величия». Ибо Он принял от Бога, Отца, честь и славу, когда от великолепной славы принесся к нам такой голос. «Вот есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И мы читаем, апостол Петр говорит, у нас есть опыт. Друзья, послушайте, у многих из нас есть опыт христианской жизни. Некоторые люди рассказывают, я с Богом встретился вот так. Второй говорит, а вот так встретился с Богом. И свойственно человеку под свой опыт все полностью, все события другие подгонять. Апостол Петр пишет, христианство – это опыт, задается вопрос. Он говорит, у нас есть опыт. Мы видели Бога, мы встретили Его. Мы слышали Слово, когда Отец Небесный произнес конкретно, вот Сын мой возлюбленный, Его слушайте. И задается вопрос, так христианство – это опыт. Апостол Петр не останавливается на опыте. Христианство – это не опыт, друзья. Послушайте, дорогие друзья. Хотя молитвенная жизнь, наши отношения с Богом – это опыт есть. Но Петр дальше говорит, что не на опыте остановитесь. Он дальше говорит, притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, когда обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день, и не взойдет утренняя заря в сердцах ваших. Хорошо делаете. Мы сфокусированы сегодня на словах «хорошо, чтобы нам было», и чтобы нам было полезно, друзья. Поэтому определение термина Богодухновенность. Бог руководил людьми, когда они писали Библию, даруя их словам, записанным в оригинале, непогрешимость. Они написали непогрешимое Слово Божье, друзья. Богодухновенность – это сверхъестественное влияние Божьего Духа, которое
оказывалось на посвященных авторов. Бог взял конкретных авторов, посвященных, на основании которого их писанием придавалась божественная достоверность. Достоверность – удивительное слово, друзья. Люди, авторы писаний, находились под Божьим контролем божественного автора Духа Святого. Вот, по сути, что значит богодухновенность, друзья. Итак, однако в этом процессе помните, что люди принимали сознательное участие. Вы замечаете, что каждый из авторов есть определенный его почерк, как он пишет. Но удивительный момент, идея вся одна и та же самая. Послушайте, друзья, на минутку только. Сверхъестественное вмешательство Бога в жизнь этих судьбы этих людей. 1500 лет пространства. 1500 лет, 1600, может быть, приблизительно где-то. Они пишут одно послание. Пакетом заходит нам книга, которая означает буквально Библия, означает Библион, книги, буквальный перевод. 66 книг, 40 авторов. Да нам дайте переднему ряду сказать, ребята, напишите, пожалуйста, книгу о Боге, а у нас идеи нету никакой. Написали бы каждый, кто во что гораст. Мы написали бы книгу очень абстрактную и даже странную. Но тут чувствуется почерк Божий, друзья. Бог влиял на людей, видно их участие. В тот же момент есть одна идея. 40 авторов на протяжении 1500 лет пишут книгу. Друзья, послушайте, невероятный момент. И они были разные. С разных социальных прослоек были цари, были пастухи, были доктора. Они разные. Разные IQ. И они пишут одну удивительную книгу, которую мы сегодня имеем. Продукт Божьего участия в нашей жизни. Верующие располагают пророческим словом, которое верно. Поэтому источником духовной пищи христианина должно быть только Писание, так говорили протестанты. Помните Мартина Лютера, когда позвали его на коврик и задали вопрос? Задали вопрос ему простой. Ему задали вопрос, и скажу вам, друзья, его бы спалили, как Яна Гуса. Но не спалили только потому, что князья вступились за него, и был задан первый вопрос. Кому принадлежит полный авторитет в церкви? Он сказал, только Иисусу Христу. Второй вопрос был, что является основанием для вероубеждений христиан всех? Он сказал, сола скриптура, только Писание. И третий вопрос, как получаем спасение? Он ответил, только через личную веру, сола фиде. По всем трем вопросам Мартин Лютер получил двойку. Двойку. Его бы сожгли, просто вступились в то время за него князья в Германии. Это всегда то, что руководило протестантами, за что они были готовы идти в тюрьмы, готовы были быть избиваемы, они готовы были платить цену, потому что они верили только Писание богодухновенно. Не все Писания, которые пишутся богодухновенно, но только Писание богодухновенно. Вот это основная идея. Принцип второй, друзья. Итак, богодухновенность и авторство. Автор Бог. Принцип второй. Богодухновенность и факты. Я всегда себе задаю вопрос, всегда задавал вопрос. 24 года мне Бог дал спасение. До 24 лет, приблизительно с 20 лет, я начал задавать себе 5 базовых философских вопросов. Первое. Кто я? Я продукт эволюции или продукт творения, Творца? Второе. Кто Он, если есть Творец? Третье. Какой способ коммуникации Бог выбрал? Почему Библия, а не другие священные книги, так называемые? Четвертый вопрос я понимал так. Что Он ожидает от меня? Основного решения. И пятое. Как жить дальше? Эта удивительная книга отвечает на эти 5 базовых вопросов, друзья. Вопрос третий. Чем отличается именно вот эта книга от всех остальных книг, которые претендуют на звание священства? На священных книг, друзья. Послушайте внимательно. Сегодня, если вы учитесь в университете, и у многих из нас концепция про других религии достаточно размытая. Нам сегодня дают идею, как будто бы вот все, как бы колесо и все спицы ведут к одной ступице. И типа все религии придут к Богу. Нет, друзья. Христианство имеет презуппозицию. Христос говорит, никто не приходит ко мне, как только через Отца. Это позиция Библии. Если вы учились, может быть, в потоке, в котором я учился приблизительно, нам говорили так, это христианство, это такое дело. Это вот если есть гора, да, то вот тут на вершине горы, скажем так, они говорили, есть Бог, вот концепция. И все дороги ведут к Богу, говорили. Магометанство туда пойдет, конфуцианство туда пойдет,
Если говорить там индуизм, туда пойдет, христианство туда пойдет. Но интересный момент, друзья, когда Библия говорит о спасении, она претендует на эксклюзивизм. Бог говорит спасение только через Иисуса Христа. В чем отличие христианства от других религий, друзья? Послушайте, друзья, внимательно. С точки зрения физики, с вершины горы, первое, нельзя увидеть ее подножье, и мы не знаем, кто туда дойдет. Второе, кем должна быть та личность, которая говорит, кто к нему придет? Вопрос очень логичный. Кто определяет, кто туда попадет? Кто определяет? Определяет Бог. Поэтому Бог должен быть намного выше, чем мы это себе представляем, друзья. И Бог, именно Бог, друзья, говорит, что никто не приходит к Отцу, кроме как только через Иисуса Христа. Удивительная книга Библии. Бог говорит, я есть путь, истинная жизнь, говорит Иисус Христос. И причем говорит не истинное слово мое, а говорит, слово мое есть истина, слово твое есть истина. То есть не просто то, что соответствует, скажем так, абсолюту, а именно оно и является абсолютом, друзья. Бог говорит, слово твое есть истина. То есть оно является мерилом всего. Вот так принципиально Бог относится к своему слову. Итак, богодухновенность и факты. Факты в поддержку богодухновенности Библии, друзья, следующее есть. Первое, поразительная целостность Библии. Целостность Библии. Итак, еще раз. 40 авторов, 66 книг, 1500 лет написания и четкость поразительная. Второй факт в поддержку идеи, друзья, это сохранность Библии. Я бы назвал этот факт даже живучесть. Библия проходила такие вещи, которые не проходила ни одна книга, друзья. Был один римский император, которого называли так, Диоклетиан. В 303 году по его указу за деньги, он платил деньги, чтобы все Библии уничтожили. Спалены были все Библии в Римской империи, полностью все было спалено. И потом поставлен на последней сожженной Библии был поставлен постамент, памятник, который говорил, все, конец Библии, конец христианству. Немножко проходит времени, император Константин, 318 год, выдает Миланский эдикт и говорит, христианство теперь будет официальной религией Римской империи. И говорит, напечатайте ко мне Библии, пожалуйста. А люди говорят, а за какой счет будем печатать? Он говорит, за счет государства будем печатать. Удивительная книга, живучесть ее, проходила все, друзья. Третье, факт в поддержку богодухновенности Библии, это точность Библии, друзья, послушайте. Точность Библии, друзья, она невероятно сильная книга. Она показывает нам серьезные моменты исторические, друзья. Если говорить за историков знаменитых, Иосиф Флавий считал Писание как одна из лучших исторических книг. Великий историк Иосиф Флавий. Доктора наук философских говорили тоже, что эта книга по философии очень глубокая, друзья. Уильям Олбрайт, друзья, получив всемирное призвание, археолог, говорил, что именно эта книга может быть подспорьем, конкретным, удивительным, четким, где можно искать остатки городов разных, друзья. Археология неизменно подтверждает точность Библии, научная точность Библии. Библия заранее, до того момента, когда наука предполагала, что земля наша, она плоская, до того момента, когда люди начали понимать, что земля, она, Бог говорил, я повесил землю ни на чем. Земля круглая, Исаия 40 глава, 22 стих, в то время, когда ученые это отвергали. Круговорот воды в природе, наличие морских течений. Живые существа размножаются только по роду их, как сегодня тоже к этому пришли ученые. Множество откровений в области медицины, гигиены, питания, физиологии. В частности, значение крови в организме человека. Левит 17 глава, 11 стих. Заранее, до того, как ученые пришли к выводу, Библия говорила об этом заранее. Принцип еще один в подтверждение фактов богодухновенности. Бог писал эту книгу, друзья. Пророческая точность Библии. Я бы сказал, друзья, послушайте очень внимательно. Это основной тест на богодухновенность. Все остальные религии, никто из них, кроме христианства, не претендует на эксклюзивизм в области одной – пророчества. Бог говорил заранее, что будет в будущем, и это сбывалось. Послушайте внимательно, дорогие мои, братья мои, сестры. Для того, чтобы сказать наперед, чтобы это сбылось, надо быть тем, кто будет это приводить в истории в реальность. И вот Бог наперед, зная,
что будет происходить, будучи абсолютно суверенным, говорил, как будут развивать исторические события, говорил наперед, что будет случаться с целыми цивилизациями. Он говорил наперед, как будет происходить, и это значит логично, что и в будущем, что предсказано, сбудется. Но послушайте несколько моментов. Если говорить за пророчество, Бог вот что говорит, тест, дает тест. Все остальные религии, еще момент, послушайте, ни в одной религии, ни в одной священной книге других религий, в Коране есть только одно пророчество коротенькое. Магомед после своего воскресения вернется в Мекку. Но до сих пор, как мы понимаем, вопрос воскресения завис в воздухе. Никто не возвращается. Знаете почему? Потому что пророчествовать наперед, это значит взять на себя ответственность в том, чтобы это сбылось. И никто из этих так называемых священных книг, из других религий это не делает. Знаете почему? Потому что это обречь себя на провал и обречь себя на то, что скажут, вы лжецы. И только удивительная книга, Библия, о которой мы сегодня говорим, дорогие друзья, является богодухновенной. Говоря наперед, Бог воплощает в жизнь то, что сказал. Только в жизни Иисуса Христа, друзья, сбывается более 50 пророчеств. А теперь послушайте, книга Исаии, 41 глава. Бог предлагает тест. Вот как Он говорит. «Представьте дело ваше». 41 глава, 21-24 стихи. Друзья, послушайте, Бог предлагает тест для всех других религий. Говорит, посмотрите внимательно. И вот что Он предлагает. «Представьте дело ваше, говорит Господь, приведите ваши доказательства, говорит царь Иакова. Пусть они представят и скажут нам, что произойдет. Пусть они возвестят что-либо прежде, нежели оно произошло, и мы вникнем умом своим и узнаем, как оно кончилось. Или пусть предвозвестят нам о будущем. Скажите, что произойдет в будущем, и мы будем знать, что вы боги. Или сделайте что-нибудь доброе или худое, чтобы мы изумились и вместе с вами увидели. Но вы ничто, дело ваше ничтожно, мерзость тот, кто избирает вас». Бог говорит, ребята, пожалуйста, дайте мне ответ. Вот этим всем религиям Бог говорит, пожалуйста, предложите мне вариант, что будет в будущем. Просто скажите. И пускай это сбудется. Бог говорит, мы вникнем своим умом, мы разберемся и скажем, вы же боги. И знаете, почему никто не дерзает? Потому что нету силы воплотить в жизнь то, что пророчествуют эти все остальные книги. И только Библия говорит наперед, что будет, и это сбывается. Атрибуты нашего Бога величественны, друзья. Чтобы это все произошло, сказанное наперед в пророчествах, нужно быть всевидящим, всемогущим и вездесущим, друзья. Бог знает наперед, что будет происходить. Он суверенен, и Он движет историей. Он отвечает за свои слова. Книга Исаии, 48 глава, 3-5 стихи написано так. «Прежде я задолго объявил, из уст моих оно вышло, и я возвещал это, и внезапно делал, и все сбывалось, и объявлял тебе задолго, прежде, нежели оно происходило». И предъявлял тебе, что ты, чтобы ты не сказал, идол мой сделал это, или истукан мой, изваянный мой повелел этому быть. Бог говорит, я тебе прежде сказал, друг мой, я прежде сказал, и внезапно это сделал потом. Бог говорит, я тебе сказал наперед, и потом это в жизнь воплотил. Такой наш Бог, друзья, такой наш Бог. Когда-то Бог сказал о городе Тир, Он сказал, вот какие факты, друзья, послушайте. Разобьют стены Тира. Разрушат башни его, вымету из него прах, сделаю его голою скалою, местом для расстилания сетей. Удивительный момент, как в это все, послушайте внимательно, Тир в то время, когда Бог о нем говорил, о величественном городе Тире. Город Тир в то время, это была целая цивилизация, это был портовый город, очень богатый город. Бог, смотря на Тир, сказал, послушай, тебя разобьют, твои стены и башни бросят в море. По сути, логику. Все заберут, это выметут с тебя все, и ты останешься просто голою скалою, и на тебе будут расстилать сети. Звучит, согласитесь, если наперед говорить, это странно. Вероятность, ученые исследовали вероятность того, чтобы это сбылось, одна десятимиллионная. Это все равно, что если бы вы взяли, допустим, один участок земли, допустим, там город огромный, и забросали бы его железными долларами, 10 миллионов, послушайте внимательно, 10 миллионов железных долларов, и потом кинули бы 1 доллар, покрашенный в красный цвет, допустим, и на ощупь зашли бы и выняли бы этот 1 доллар и сказали бы, о, случайность.
Бог говорил наперед, что сбудется. И послушайте, как это происходило. Царь Навуходоносор пришел и видел этот город Тир. Он зашел в него, Бог сказал, что будет в будущем. Царь Навуходоносор пришел, и на континенте был город Тир. Уничтожил его полностью, жителей забрал в плен. Наступает одна фаза, когда жители города Тир поняли, что нужно быть безопасными. Они берут на кораблях потихонечку, весь их народ переправляется в близлежащий остров. Называют на острове свой город, тоже называют Тир. Александр Македонский спустя некоторое время приходит на этот город и понимает, слушай, жители живут уже на острове, а город очень сопротивлялся. Он пришел и понял, что этот город должен быть завоеванный. Этот город является очень ключевым для того, чтобы контролировать дальше территорию морскую. Македонский решил поступить следующим образом. Кораблей не было. Он начал строить плотину, послушайте, 60 метров шириною. И для того, чтобы строить эту плотину, башни все, которые Бог обещал, стены все, все, что было в городе раньше, бросили в море, сделали себе дорогу. Его конкретно атаковали, уничтожали его войско очень долго. Он привлекал из завоеванных народов корабли потом. В конце концов захватил этот остров. Около 10 тысяч людей ввел в плен, друзья, и около 30 тысяч людей убил. Итак, стены и башни, которые Бог обещал, что они будут брошены в море, они так и были брошены в море. Бог обещал и сделал. Если бы вы сегодня приехали туда, спросили бы, слушайте, а где знаменитый город Тир? Вам бы знаете, что сказали? Слушай, вот там видишь скала голая, там, где рыбаки расстилают сети. Вот там был когда-то знаменитый город Тир. Более того, Бог сказал на этой стартовой позиции, сказал, что больше этот город никогда не будет населен людьми. Люди пробовали его отстраивать, заканчивалось тем, что другие народы постоянно поработили этих людей, и в конце концов все поняли, Бог сказал, и это обречено. Слово вышло из уст Бога, и это так и будет. Таков удивительный наш Бог, друзья. Историю вершит наш Создатель. Точность Библии, она определяется еще, друзья, тем, что Бог говорит о цивилизующем влиянии Библии. Конституции великих стран, таких как Соединенные Штаты, Канада, Австралия, Новая Зеландия, вдохновлял, друзья, Бог, потому что это были конституции, основанные на Божьем Слове. Вот она, книга, на основании которой конституция ваша написана. Понятное дело, мы живем во времена, когда будут ее штормить, менять. Библия вдохновляла гениев литературы: Шекспир, Мильтон, Пушкин, Лермонтов, Тарас Шевченко, Скотт, Киплинг. Они все были вдохновлены, знаете, какой книгой? Вот она, книга, которая влияла на то, как они будут писать. Библия влияла на гениев искусства: Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Рембрандт. Они все писали о чем? О чем они писали? Народ Божий. Возвышенная музыка: Бах, Гендель, Гайдан, Мендельсон, Брамс. Они все писали, на основании чего произведения были? На основании Библии. Удивительная книга наша Библия, друзья. Кроме цивилизации, как она давала нам, друзья, абсолютная честность Библии. Знаете, в чем она? Она говорит о человеке, какой он есть. Она говорит, что человеком все потеряно. Она говорит о нашем сердце, которое полностью греховное. Вот какое сердце человеческое. В Библии люди показаны такими, как они есть, без прикрас. Некто сказал, человек не смог бы написать Библию, даже если бы сильно захотел. Просто бы не смог. Человек хочет писать о человеке, а эта книга прославляет кого? Бога. И говорит о человеке, что все потеряно. И только через крест Голгофы человек обретает вечное спасение. Для меня важный факт в пользу еще идеи богодухновенности, друзья, это как меняются жизни людей. Я знаю тысячи людей, которых жизнь поменяла конкретно. Я не знаю, в каких церквях вы, я все время был в церквях, в которых люди были на дне общества. Наши церкви, они больше мужские, чем женские. 65% у нас это мужчины в церквях, в Киеве, где я нахожусь. Знаешь почему? Я видел, как Бог меняет людей, когда выводит их из нарко-алкозависимости. Когда Бог вмешивается в браки и назад воссоединяет семью. Я видел семьи, которые не могли бы жить. Я видел людей, которые не могли бы родить детей. И Бог меняет ситуацию. И принцип третий. Богодухновенность и практическая мудрость. Мы сегодня возвращаемся, друзья, к основам веры. Чтобы жизнь прожить, надо основание конкретное для этой жизни. Христос говорит, однажды заканчивает свою великую Нагорную проповедь одной иллюстрацией. Иллюстрация, друзья, она с вами. Матфея, 7 глава.
Итак, еще раз, друзья. Бог – вдохновенность и практическая мудрость. Нам важно быть мудрыми людьми. Нам важно иметь эталон для поступков. Итак, вот что говорит Христос. Итак, всякого, кто слушает слова мои эти и исполняет их, уподоблю человеку благоразумному, который построил дом свой на камне. Пошел дождь, разлились реки, налегли на дом тот, то есть пришла буря в жизнь человека, налегли на дом тот, и он не упал, потому что основа была на камне. Христос продолжает. А всякого, кто слушает слова мои эти и не исполняет их, уподобится или сделается, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. Пошел дождь, разлились реки, налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Жизнь без Бога, без основания Библии, друзья. Основание Библии – это здесь, обречена на разруху. В жизнь мудрого человека было положено основание, основа веры, просто Библия. И эта модель жизни названа Богом конкретно. Бог называет эту модель мудрость, wisdom. Бог говорит, мудрый человек, который взял в основание жизни Библию. Библия говорит, ты мудрый, мудрость. На этого человека, если вы шли мимо, вот вы проходите, да, допустим, в State College, вы проходите, забор уже стоит, стройка идет, вы смотрите, а люди фундамент ложить не собираются. У вас появится один жест, вы поднимете палец и покрутите возле головы. Никто не строит без фундамента. И эта модель жизни называется, друзья, правильный перевод – глупость. Глупость – это второй вариант строить жизнь. Если в основании Библии, Библию мы не берем в основании наших убеждений, друзья, альтернатива будет следующая. Первое, вы будете телевизор брать модель, очень серьезно повлияет на вас, сериальчики разные. Жениться вы будете на основании просто видимых качеств человека. Интернет сегодня очень влияет на нас. Братики, наша логика влияет на нас. Логика. Сестрички, ваша интуиция будет тут. Будут наши чувства. Как говорят сегодня, сердцу ж не прикажешь. Одно из глупейших высказываний. Чувство тут будет, философия. Тут будет психология. Тут будет страшное слово, знаете, какое? Опыт. Опыт. Самый лучший учитель берет дорого, но объясняет доходчиво. Если вы Библию не берете в основание жизни, друзья, мы поступаем очень странно, когда не берем во внимание Бог вдохновенность. Представляешь, Бог написал книгу. Бог, когда о нас говорит, он говорит, слушай, ты взвешен на весах и найден очень легким. Бог говорит о себе, разве ты не знаешь, разве ты не слышал? Господь Бог не утомляется и не изнемогает. Разум Его неисследим. У Него высшая IQ. Если говорить сегодня о людях, люди говорят, 3% мозга только используют. И вот эта концепция, это разрушение. Еще наступает стадия в жизни человека, когда он пытается подпорки делать. Идет, получает образование и думает, что это ему поможет, если Библия отвергнута. Это не поможет. Еще влиятельные знакомые могут помочь. Украинский вариант – кумовство, конечно. Братья, физические данные надо улучшить. Бицепсы решают все. Сомневаюсь. Италия не поможет. Все остальное не поможет, сестры. Еще вариант – деньги помогут. И они не помогают. И приходит момент, когда дом неизменно людей, которые не полагались на Библию, дает трещины. Знаешь, что тебе нужно, друг дорогой? Тебе надо надежное основание, основы веры. Тебе нужен эталон, точка отсчета, константа, на основании чего ты будешь строить жизнь. Если говорить за вот эту концепцию, тут в концепции очень размыто. Я прихожу к своим друзьям, допустим, бывает момент, вот век постмодернизма мы живем. С девчонкой одной разговариваю, говорю, слушай, что такое любовь? Она говорит, чувство. Я говорю, да. А у меня в Библии это выбор. Она говорит, нет, это чувство. Я говорю, ну давай так, прикинь, ты выходишь однажды замуж, вот ты, ну, так выглядишь шикарно сейчас. Прошло время немножечко, детей родила. Внешность поменялась. Муж приходит, и вдруг магнетизм к тебе пропал. И он такой, оп, нету магнетизма. Пошел к другой уже.
Если любовь – это чувство, он пошел к другой, оставил тебя с детьми, и ты сама. Правильно? Она говорит, нет, неправильно. Так я же говорю, так любовь – это же чувство, ты говоришь. Она говорит, ну тут неправильно. Послушай, дорогой, у нас есть эталон, мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, когда обращаетесь к нему как к источнику истины. Ты знаешь, как тебе поступать? Ты знаешь, мужья, любите своих жен. Все же конкретно написано. Жены, повинуйтесь своим мужьям. Я не верю в равноправие, невозможно. Кто-то глава должен быть, кто-то берет на себя руководство. Я не верю даже в космос, два человека летят, экипаж из двух людей, и там есть кто-то, кто командир экипажа. Дети приходят к родителям в этом варианте и говорят, папа, мама, вы отжитки прошлого, извините, пожалуйста, слушать вас не собираюсь. Тут вариант, мы понимаем, почитай отца и мать, благо будет тебе на земле, будешь долголетен. У меня есть эталон. Я знаю, как поступать. Если у вас Библия не эталон, друзья, и вы ее растворили, грош цена вашей вере. Закончится все разрухой. Закончится все разрухой. Когда Бог говорит о своем слове, послушай внимательно. Несколько моментов. Первая Библия – эталон для поведения. Бог вдохновенно, Бог управлял. Создатель лучше знает, как поступать созданию. Второе. Библия учит нас закону причинно-следственных связей. Библия говорит, выбери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое. Бог говорит, я вам дал законы верные, уставы правильные, заповеди добрые, чтобы, соблюдая их, ты жил бы. Выбери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое. Мудрость – это умение планировать немножко в будущем. Знаешь как? В заповедях есть обетование. Бог говорит, что будет благословлять до тысячи поколений тех, кто слушается Его. Итак, последний принцип, я заканчиваю, друзья. Библия и практическая мудрость. Как влияет Библия на последующее поколение? Ваше поколение должно сейчас выбрать, как вам жить. Верите ли вы в то, что Библия – это книга от Бога, молодежь? И если у вас не будет этой веры, вы будете искать альтернативу. И вы можете набить себе вот такую шишку, и причем на этих граблях можно танцевать всю жизнь. Можно пробовать, но лучше не надо. Если говорить о перспективе будущих поколений, просто хочу иллюстрацией закончить. Вы, наверное, слышали, есть такая ученые, которые занимаются вопросами наследственности. Наука, которая называется генеалогия. Мы, наверное, слышали генеалогическое дерево, термин. То есть группа ученых города Нью-Йорк пытались оценить, как влияет жизнь отца на последующее поколение. Итак, они изучали это, и для этого изучены были судьбы двух потомков, двух мужчин. Два мужчины, которые были современниками и жили в 18 столетии. Итак, 18 век. Представь себе, что двое там людей стоит, они жили в 18 веке. Если бы мы были возле них, мы увидели бы их характеры. Итак, послушай внимательно. Первым мужчиной был Макс Джукс. Неверующий человек, вот он. Иллюстрация. Неверующий человек, без нравственных принципов. Его жена также всю жизнь была неверующей. Какое же влияние он оказал на свой род? Историки исследовали судьбы 560 потомков. Запомните эту цифру, 560 потомков. 310 из них умерли в нищете. 150 стали преступниками, 7 были убийцами. Сотня были известны как пьяницы. Больше половины всех женщин в этой семье были блудницами. На потомков Макса Джукса правительство Соединенных Штатов потратило 1 250 000 долларов. Это было мышление донатационное. Давайте нам, давайте, давайте. Работать люди не хотели. Вторым мужчиной в 18 веке, они жили вместе, в одно и то же самое время, рядом, был Джонатан Эдвардс. Был знаменитым проповедником, друзья, послушай. Он был преданным христианином, в жизни которого Бог занимал первое место. Его женой стала молодая, благочестивая женщина, Сара Пьер Пойнт, женщина великой веры. Джонатан Эдвардс, известный пастор, выдающийся богослов, один из величайших мыслителей и проповедников Америки. Пуританская эра, вы помните, скорее всего. Их потомки по мужской линии занимали в жизни Америки разное положение. Даже нету отрасли промышленности, в которой бы потомки Джонатана Эдвардса не играли бы руководящую роль. Итак, наследие человека, который чтил и прославлял Бога, оказалось весьма достойным. Историки исследовали судьбы 1394 потомков. Сколько там было? 560. А тут 1394. Чувствуете, как колчан наполнен? Итак, 295 человек закончили колледж. Они дружили с образованием. Из них 30 стали президентами колледжей, 65 профессорами. 3 были избраны сенаторами Соединенных Штатов.
3 стали губернаторами штатов, некоторые стали послами США в разных странах, 30 были судьями, 100 стали юристами, один был деканом выдающейся юридической школы, 56 были практикующими врачами, один преподавал в медицинской школе, 75 стали офицерами, сотни были известными миссионерами, проповедниками, авторами книг, еще 80 были важными чиновниками, из которых трое были мэрами крупных городов, один был ревизором казначейства Соединенных Штатов и один был вице-президентом США. И одна деталь. Никто из потомков Эдвардс не сидел в тюрьме. Бог говорит наперед, говорит, выбери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое. Он для тебя определил, как идти в жизни. Эталон. Мудрая книга, Бог вдохновенная, основания заложены, все просчитано. Выбери эталон, потому что он направлен самим Богом, друзья. Мы сейчас будем вместе молиться, друзья. Давайте поднимемся вместе. Поднимитесь, пожалуйста.